Сердце. Куда еще? Не знаю. Но он точно хочет идти ее искать. Правда, пока непонятно куда. А то, что это предприятие особой важности, доказывает тот факт, что сейчас сама царица ночи прибудет сюда. Вот видите, она будет говорить им, что она несчастна, заламывать руки, взывать к небу. Дело, кстати. Thank you.
Lass die Glocken klingen, klingen, dass die Ohren
ihnen singen. Das klingt so herrlich, das klingt so schön. La 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 la. Ich hab ich so etwas gehört und gesehen. La 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 la. Ich hab ich so etwas gehört und gesehen. La 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 la. Thank you.
Что? Бор собирается. Наверное, опять у них здесь какой-нибудь обряд. Ну, пускай. Лишь бы без этих масонских штучек обошлось. Но, видимо, не обойдется. Зачем говорить «помини»? Осторожней. «Помини», что ее «тамина» предстоит два опасных испытания. Зачем? Зачем держать их в поле зрения друг друга и радоваться? Прошу вас. И радоваться, что «тамина» запрещает ей с собой говорить. Молодые никак не могут проститься друг с другом. А «тамина» предстоит очередное посвящение, очищение. «Помина», она в отчаянии. Она не понимает, почему Тамина так спокоен. Но Зарастра обещает, что все будет хорошо. Thank you.
Гена слишком много болтал. В наказание за это решено никогда не делать его посвященным. Никогда. А по Гену на это. Эй. О, сколько народу живет непосвященным. Или чего, да, нет. Лишь бы было поесть, выпить. И то, и другое ему принесут. А теперь хорошо бы девчонку или бабенку. Что? Ну так, в тексте у Моцарта. Марии Папагена. Симфонический оркестр театра «Мюзикхолл Северная симфония», музыкальный руководитель и дирижер Фабио Мастранджело.